ты показался хорошим организатором, Стали. Я думаю, будет все хорошо, если ты будешь организатором у большинства. Через войны, пожары, века, звон малиновый в небо летит. Слышит звон этот издалека. Господа, я думаю, что Сталину надо обычно с нами собирать детей. А вы как думаете? В ярком зале святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением двуглавых орлов продолжается русский язык. Москва, звонят колокола. Москва, золотые купола. Москва, по золоту реков проходит лето к истребу. Давай, давай, Косморов. Проходили холодным бойцом, погибая во имя детей. Ну да, я всегда хотел быть лидером. Красной площади. Ты хочешь иметь Сталина крутым генералом твоей красной армии? Да, вот крепко. А ты думаешь, что... Если будет столица стоять, не иссякнет Россия. I de siste årene Lenin levde, har man blitt mer og mer skeptisk til Stalin. Da Lenin ble syk i 1922, skrev han et brev til partiet, som vi regnet fra hans politiske testamentet. Her sier han om Stalin. Kamerat Stalin har som generalsekretær samlet en enorm makt i sine hender, og jeg er ikke sikker på om han alltid vet hvordan han skal bruke denne makten med tilstrekkelig forsiktighet. Jeg foreslår derfor at kameratene prøver å fjerne Stalin fra stilling og utnevner en annen som må være helt forskjellig fra Stalin, som Trotskij. Пусть в Москве уже за 800, мы вовек не состаримся с ней. На проспекты прольется весна, озорные нагрянут грачи. И столицы опять не до сна. С днем рождения моей, москвичи. Москва, звонят колокола. Москва, золотые купола. Москва, да, конечно. Проходит летопись времен. Москва, звонят колокола. Москва, золотые купола. Москва, по золоту икон. Проходит летопись времен. Feel free. Нет, так не будет. Пусть Сильвий, кажется.